Малыши любят сладкое. Сегодня им представилась возможность самостоятельно заняться выпечкой. Что для этого нужно, они, хоть неопытные шеф-повара, знают, отвечают смело. Яйца, молоко, сахар, еще. Чтобы тесто поднялось, что туда добавляют? Дрожжи. Многие из них уже готовили разные блюда с любимым поваром – мамой. Я с мамой очень давно лепил хлеб. Я маме помогаю там что-то приготовить, там что-то такое. Так. Ну, например, салат, но я могу это все сделать. Перепачканные мукой, но счастливые, малыши ловко делают начинку – вареную сгущенку. После того, как вкусные произведения отправлены в духовку, ребята занимаются творчеством – разрисовывают стену. Некоторые из них накануне участвовали в конкурсе. В день открытия нашего домовенка, нашей пекарни, мы организовывали конкурс для всех детей «Хлеб всему голова». То есть дети рисовали рисунки, все получили подарочки, всем было спасибо за участие. Все рисунки, которые дети принесли, они теперь все размещены при входе магазина и будут там висеть постоянно. Сейчас у нас уже идет серия дальше. Сейчас мы занимаемся с детьми мастер-классами по хлебу, что пекарь – это важная профессия, что хлебушек в доме должен быть всегда. Не из книг, а на деле ребята познали профессию пекаря. Ее значимость, важность, сложность они ощутили и попробовали на вкус. Альмира Новоселова, Эдуард Захаров, программа «Время местное».